Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я сниму видео, которое будет называться «Жизнь драконов в скрытом мире». Ну что, поехали. Прошло около 5 лет после того, как драконы ушли жить в скрытый мир, а люди стали жить на Олухе. Нет, я первая! Я первая! Ха-ха-ха-ха! Я же говорила, что я первая! Нечестно, ты меня сбила! Эй, ребята, что у вас опять там произошло? Ничего особенного, просто кое-кто, а именно наша любимая, прелюбимейшая искорка, думает, что она всегда должна быть самой первой и самой сильной. Но ведь это правда, я ведь всегда должна быть самой первой и... Ну да. Все, хватит разговоров. Угу, конечно, я маме все расскажу, что ты вечно пытаешься меня либо ударить, либо обогнать, либо обозвать и все такое. Да хватит вам уже, а? Хватит. Искорка, правда, у тебя чуть-чуть слишком... Странные взгляды на нас. Очень. Но вообще-то, если вы не забыли, я будущая королева. И поэтому я так себя веду. Я должна себя вести как лидер. Ну, ты не должна так с нами обращаться. Да, а то мы все расскажем вообще-то родителям. И как ты думаешь, кому они поверят? Они же знают, какая ты у нас. Да я вас сейчас... Искорка! Эх, что опять у вас произошло, а? Ничего, папа, просто я им показываю, что так как я лидер, они должны меня все... Искорка, хватит! Эх, если ты будущая королева, это ничего не значит. Ты должна хорошо обращаться к своим подданным. Я это помню. Вот именно. Ты должна быть доброй, вежливой и, ну, не такой лидерской, как ты себя ведешь. Да, папа, она нас, так скажем, обижает, а меня она сейчас толкнула. Так, Искорка, ты что, хочешь, чтобы мы тебя с мамой наказали? Да, папа, надо ее обучить манерам, а то она у нас совсем... Ты бы вообще молчала, воображала. Так, тихо. Не ссориться, девочки. Ну, и тебе тоже не ссориться, уголек. Да. Кстати, папа, а куда улетела мама? Она полетела охотиться. И она скоро вернется. И она как раз попросила меня за вами последить, чтобы вы опять ничего не натворили. Ясно вам? Да ничего, папа, мы ничего не натворили, я просто их, тренирую, да? Да, конечно, тренируешь, угу. Так, дети, пожалуйста, не ссорьтесь, давайте я вас лучше научу всяким разным приемам, которым меня учил мой лучший друг Икинг. Икинг? О, Икинг, это тот, который, человек, о котором ты нам вечно говоришь, да? Двуногий который, да? Да, Икинг мой лучший друг. Мы с ним уже давно не виделись, но я все надеюсь, что когда-нибудь я его снова увижу. Ух ты! А почему ты нас, ну, как бы, никогда не водил, не показывал ему? Почему нам нельзя вообще вылетать из скрытого мира? Для вашей же безопасности. Икинг и на его острове Викинги, они к нам хорошо относятся. А другие люди, они нас не очень любят. Они нас считают злыми и опасными. Каким-то... Ну, как это объяснить? Ну, короче, они нас считают очень злыми. Хотя это неправда. Ох, я бы этих людей, я бы на них... А-а-а! Искорка! Что? Вот поэтому люди нас, другие, и боятся, потому что мы вечно так агрессивно, а точнее такие, как ты, вечно агрессивно ведут себя. Но ты ведь сам таким был, ты был злым и грозным.
Неправда, Искорка. Папа был добрым и хорошим, да, папа? Вот именно. Конечно, бывали моменты, когда мне приходилось атаковать, но и то это, так скажем, вынужденные меры были. Искорка, если ты у нас будущая королева, запомни, ты должна себя вести всегда очень сдержанно и спокойно. И только в критической ситуации ты должна атаковать, понятно? А, понятно. Что ж, дети, давайте я вас научу всяким прикольным трюкам. Да! Ну что ж, начнем с первого. Так, Беззубик, это что у вас тут происходит? О, дорогая, привет. Так, дети, а ну-ка, живо домой. Ну, мам, нас вообще-то папа хотел научить приемчикам, которым его учил человечек этот, Икинг. Нет, дети, не надо. Я вас потом сама научу другим боевым. Боевым трюкам, вот. Так что живо домой, дети. Ну, мам, ну, пожалуйста. Живо я сказала домой. Все слушаем маму. Давайте. Я первая. Эй, подожди. Меня. Ай, Беззубик. Опять ты им голову заморачиваешь своим человеком. Ну, они же должны знать, что люди нам не враги. И как бы они же должны понимать, что... Ой, Беззубик, не все люди добрые. Ты же сам это знаешь. Знаю. Но я не хочу, чтобы они попросту нападали на людей. Не бойся, не будут. В скрытом мире людей нету. Это место, куда им точно нету входа. Да, думаю, ты права. Что ж, хорошо, что ты прилетела. Я тогда пойду заниматься своими королевскими делами. Хорошо, а я тогда послежу за детьми. И также научу их своим приемам. Хорошо, если что, зовите меня. Да, дорогой, хорошо. Все, я тогда полетел. Ну что ж, надо идти обучать детей. Дети, подождите меня. А ну-ка, держи ее, нет, отстаньте. А ну-ка. Дети, что у вас тут происходит? А ну-ка, хватит, все. Прости, мама. Да, мам, прости. Ну да, простите меня, простите. Искорка, тебе разве папа не говорил, что так себя не ведут лидеры? Мама, просто я хочу, чтобы они меня боялись и знали, что я их не лидер, а никто другой, что я главная. Такими способами ты точно их доверия не добьешься. Ну ладно, папа улетел по делам, а я вас буду учить трюкам. Мам, ну я очень хочу знать трюки, ну как бы изучить, которые папа с его другом Икингом изучали. Дети, вы же знаете, я не очень люблю вот эти методы дружка вашего папы, да. Икинг, он все же человек, как-никак, а мы кто? Драконы. Правильно. Так что давайте лучше будем учиться тому, чему у вас учит мама, правильно? Ну да, мам, думаю, ты права. Угу. Ой, Снежинка, почему ты вечно так? Да, думаю, мама права. Потому что мама и правда права. Нашлась самая умная. Так, дети, хватит. Ох. Ладно, давайте вы 5 минут отдохнете и начнем обучение, ладно? Да! А ну-ка, подожди. И меня. Ой, дети. А ну впустите меня! Нет! Пойду пока, наверное, к Беззубику быстренько слетаю. Стойте-ка. Это не запах дракона. Здесь кто-то другой. О нет, здесь где-то человек. Так, стоп, надо проверить.
надо проверить. Что? Что? Человек? Ну где? Что? Тут только что был человек, и он оставил? Не может быть. Я знаю, чье это оружие, но... Нет, этого просто не может быть. Люди не могут сюда пробраться, это невозможно, что? Надо все рассказать Беззубику, срочно. Или у нас будут большие проблемы. И это я возьму с собой. Продолжение следует. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующее видео. И всем пока! 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 Фу.